по замыслу Министерства культуры должны были быть в трех регионах пилотных. Это были выбраны Калужская область, Свердловская область и Приморский край. В Калужской области там не задалось, к сожалению. Вот осталась Свердловская область, он уже практически построен. И вот мы начинаем его строительством, уже начали строительство, вышли на площадку в Приморском крае на острове Русский.